7 апреля в календаре отмечено как День мужества. 23 года назад на таджикско-афганской границе советские солдаты дали бой маджахедам. Они напали на колонну сводной казахстанской роты в Пшихаврском ущелье. В этот день во всех институтах Национальной гвардии Казахстана вспоминают погибших солдат. Илья Кудряков расскажет подробнее. Для вооруженных сил Казахстана 7 апреля записано как трагическая дата. Прошло уже 23 года со дня, когда на таджикско-афганской границе казахстанский батальон вступил в смертельный бой с маджахедами. Тогда погибли 17 наших бойцов, а 33 получили тяжелые ранения. Многим солдатам не было и 20 лет. В память об их подвиге в Казахстане 7 апреля отмечается как День мужества. Впервые вооруженные силы Республики Казахстан, внутренних войск, понесли такие огромные потери в этом неравном бою. Память о прошедшем, о погибших воинах нужна живым, как напоминание, что подобные трагедии не случались впредь. На плацу собрался весь личный состав военного института. Курсанты почтили память павших бойцов. Всего за время миротворческой операции с 1993 по 2001 годы больше 10 тысяч казахстанцев стояли на защите южных рубежей. Погибли около полусотни военных нашей страны, многие получили ранения. Каждый год военнослужащие вспоминают о нерушимых принципах и воинской чести. Мы, личный состав курсантов военного института, да и все военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан, помнят о своих героях. Как говорится, без прошлого нет будущего. Мы будем помнить, мы будем гордиться 17 героями и стараемся не подводить их. Имена и фамилии погибших высечены на памятных мемориалах во всех частях внутренних войск страны. В их честь называют улицы и школы в родных городах и аулах. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, новости МТРК.